Провести свое лето весело и активно. Управление по делам молодежи уже несколько лет реализует проект «Лето в городе». Например, для тех, кто давно хотел, но так и не решился начать танцевать, существует проект «В ритме танца». Стать участником очень просто. Достаточно во вторник или в четверг прийти в парк Липки в 18:00 и просто начать танцевать. Всех желающих ждут мастер-классы в стиле фитнес-микс и по смешанным современным танцам от преподавателей студии «Неангелы» и «Зумба Фитнес». «Зумба» — это танцевальная фитнес-программа, в основе которой популярные латиноамериканские ритмы. Сначала приглашение для всех людей. Здесь слышно, я думаю, довольно-таки хорошо. Потом идет разминочный трек, один большой, длинный, и потом идут маленькие-маленькие треки по 4-3 минуты. Я считаю, что это как-то прививает какую-то возможность двигаться, потому что не у всех есть возможность сходить там в фитнес-клуб, куда-то в танцевальные какие-то залы. И, наверное, это как-то может раскрепощает людей. Занятия проходят каждый понедельник в молодежном сквере, во вторник и четверг в парке Липки у Соборной площади, в среду на площади у развлекательного комплекса «Русь-кино», а в пятницу на площади Победы у здания областного суда в 18:00. Среди участников рабочие коллективы, друзья и даже целые семьи. Организаторы отмечают, что охотнее танцуют дети до 14 лет, а мужчины остаются случайными зрителями. Отношение владимирцев к такому активному отдыху исключительно позитивное. Мы ходим сюда всем коллективом. Начали заниматься с середины июля. Очень нравится. Прекрасное окончание рабочего дня после сидячего трудового дня в офисе. Хорошо размяться, чтобы бодро провести вечер. Конечно, очень большой смысл. Это и зрители все видят, и взрослые, и дети, все вместе. Это и сплочает, и как-то дает очень большой заряд позитива. Очень здорово, нам нравится. У меня и дочка со мной ходит. Мне танцы всегда нравились, и это очень интересно. Показать себя, опять же, эмоции. Зумба отлично, потому что она помогает и настроение поднять, и вес лишний сбросить. И вообще, всем нравится. Вот все мои друзья, знакомые ходят. А для людей, которые хотят найти общий язык со своим телом, существует проект «Фитнес-лето». Каждый понедельник в Центральном парке с 6 до 7 часов вечера проходит боди-комбат – упражнения, основанные на боевых искусствах Юго-Восточной Азии. Во вторник – на Никитском бульваре, а в среду в молодежном сквере можно позаниматься йогой. В четверг с 6 до 7 потанцевать в стиле зумба, а с 7 до 8 вас ждет шибам – это кардиотренировка с элементами популярных танцевальных стилей. Организаторы предупреждают, отмена мероприятий может произойти только в случае, неблагоприятных погодных условий. Игорь Липский, Максим Палагин, Губерния 33.